Бодрый день, друзья! С вами Рюкзак с рюкзаками, и мы смотрим модель от компании снаряжения Canyon 65 литров. Необычное исполнение цвета хаки. Хочу сказать, что фурнитура здесь даст подзатыльник любому китайскому фастексу. Для простоты крепления закрепил сюда палатку двухместную, чтобы показать, что стропы здесь действительно правильной длины. Возможность крепления сверху на таких суровых пластмассовых дугах показаны. Здесь для трекинговых палок можно стропу 2,5 или 2 сантиметра прикрепить. Есть у этого рюкзака, может удивить, представьте, нижний доступ. Крепление также на пенках и палатках крепится именно здесь, на этих фастексах. Здесь тоже дали возможность крепить снизу, сверху. Переходим к спинке. Этот рюкзак действительно может удивить. Здесь есть возможность регулировать по росту. Поясничная подуха. Внутри очень жесткий поролон. Он хоть и суровый, но на самом деле очень мягкий. Здесь, как видите, две металлические латы. Раз, два. Два внутри. Это я потом переделаю и вставлю туда, вовнутрь. Дальше. Я ему поставил крутой фастекс, потому что... вот. Кстати, такой вообще фиг найдешь. У него до этого была такая штука, и она на самом деле каждый раз мне дается небольшую сложность, как ее закрывать, потому что вот она типа так закрывается. Ну, это, короче, нюансы. Грудная стяжка здесь есть. Металлическая дуга. Я покажу сбоку. Вот она здесь буквой П идет. И еще вот так. Широкий поясной ремень, что очень правильно сделано. Здесь я уже объяснял, что хорошая длина. Рюкзак не тяжелый, кило точно есть. И я удивлен. Смотрите, дали отделение для аптечки. Все необходимое по классике в этом рюкзаке есть. Он долговечный. По состоянию я в некоторых моментах его улучшил. Добавил фастексы. Заменил, фастексы родные с маркировкой снаряжения. Они, на самом деле, очень долго служат. И что надо сделать, чтобы они сломались? Ну, не знаю, бить молотком по ним только. Вот еще палатку могу продать к нему. Берите. Не пожалеете. Местная. Рюкзак. Классика. На самом деле, все гениально просто. Вы не думаете, что этот рюкзак такой неказистый? На самом деле он долговечный и будет служить вам верой и правдой. Вы можете вообще с ним все, что хотите сделать, ему уже абсолютно все равно. Никаких порезов, ничего такого нет. Есть у меня каньоны, которые других расцветок. Поэтому пишите в личку. Вот, рюкзак мне нравится. А вам?